Я только хотел узнать, как там, чего? Ну что ж, медицинская комиссия по спорту сообщила нам, что весь назначенный вам комплекс обследований вы прошли на отлично. Примите наши искренние поздравления. Спасибо. Однако наш комитет не может утвердить выдачу вам лицензии, и ваше прошение отклоняется. Я что, что-то не то сделал? Нет, все в порядке. Значит, мне лицензия полагается? Нет, не значит. Тогда объясните, зачем вы прогнали меня по врачам? Мы не изменим своего решения. К сожалению, нам придется отклонить вашу заявку. Эй, а как же мои права? О каких именно правах идет речь? О тех, про которые бумагу выпустили тут недалеко. Это биль о правах? Да. Там разве не сказано, делай все, чтобы ты был счастлив? Да, там речь о стремлении к счастью. Но к чему вы это? Я вот к чему-то стремлюсь, а многим это не нравится. Но мы действуем в ваших же интересах. Спасибо, но, по-моему, о своих вы радеете чуточку больше. Иначе бы не вынуждали людей проходить через все это, понимаете? А то люди проходят и что, все равно негодны? Понимаю, у вас работа, но я свою тоже делать хочу. Если человек сам хочет за что-то драться, хочет добиваться своего, кто вправе остановить его? А может, кому-то из вас тоже чего-то хотелось, чего-то, о чем он мечтал, чего-то необычного? А ему не дают, нет, говорят, и точка. Кто имеет право так говорить? Кто? Никто! Человек сам решает, в какую сторону ему повернуть. Право каждого быть именно тем, кем он захочет быть. Чем старше становишься, тем больше остается в прошлом. И единственное, о чем я прошу вас сегодня, поступить по совести.